Всем привет! Сегодня у нас третий день фарма нашего нового аккаунта. Сегодня мы попробуем пройти обычные подземелья 2, также покорить волну Б, ну и прокачать наших героев, если у нас хватит ресурсов. Так, поехали. Ежедневочку забираем. В первую очередь мы будем качать вот это вот здание. Мастерскую магии, скажем так, для того, чтобы дальше прокачать по максимуму всю магию, которая нам нужна будет для прохождения подземок. Так, делаем четвертое. Ну, как видите, у нас есть возможность завершать все за мало точки. Так, магия. Вот у нас уже открылось вступление Ареса. Магия, которую тоже надо прокачивать. Дальше у нас самое основное — это ангел будет. И метелька. Так, ну что, пробуем построить четвертую таблетку. Так, ставим так героев вместе кучно, чтобы они были. Так, кого мы сегодня сюда поставим четвертым героем? Ну, это, скорее всего, у нас будет не душегуб, а именно фараон. Будем пробовать с ним качаться и проходить дальше локации. Душегуб, конечно, хороший герой, но фараон более массовый дамагер. Так, они у нас все уже 40 уровня. Давайте ему определим питомца, кого мы ему поставим. Поставим дракончика, он будет неплохо справляться против героев, разряжать их. И также у него очень маленький кулдаун. Так, давайте зайдем в питомник, посмотрим, что там у нас за изменения есть. Ой, как хорошо. Можно уже феникса сделать уровнем выше. Так, сейчас мы открываем ресурсы. Квестик на смену. Ну, давайте посмотрим, везучий у нас друид или нет. Так, новый талантик — гнев. Гнев мы поставим. Кому можно поставить? Ну, давайте поставим. Тут каменка. Давайте поставим ей. Так. Так. Улучшить. У нас тут с таких еще кого можно перевести. Так, его тоже можно перевести. Цепелина тоже переводим. Нам будет в подземочках помогать. Так. Есть. Дадим ему умение для урона. Нужен четвертый уровень. Так, яйца у нас заложены. Улучшаем юнитов.
Так, 30 тысяч золота надо. Тоже надо не забывать. Юниты очень полезные. Так. Есть отчет, пошел. Что у нас по магии? Улучшаем сразу же. Так, тут у нас надо забрать нашу награду. И мы нанимаем нового строителя. Теперь у нас их будет 3. Ну, фиолетовое яйцо дали. Неплохо. Так, один у нас будет строить этот. Второго мы сейчас поставим строить ратушу. Ратушу надо все время строить. Не забывать об этом. Так, улучшить. Также нам нужно улучшить хранилище маны. Вот так у нас все пока заняты будут. Так. Тут нам еще дополнительно плюшки поприходили. Хорошо. Нам нужно нафармить. Ну, побежали, попробуем в рейдах повоевать. Ого. Да, хороший состав. Но мы попробуем все-таки вас слить. Как видите, гарпия офигенно дамажит. Ну, плюс сейчас включится фараон. Вы поймете, почему я хочу его качать. Вот именно из-за того, что он бьет по большой области и очень неплохо наносит урон. На начальном этапе он нам будет очень хорошо помогать сносить постройки и врагов. Так, есть. Есть, забрать, получить. Еще и значки почета получили. Так, забираем яйцо. Смотрим, что у нас тут за плюшки появились. Так, есть. Есть. Вот еще повторочка появилась, тоже неплохо. Используем на эволюцию. Герой нужен для архидемона. Неплохо. Так, хорошо. Что у нас есть еще по постройкам? Так, это все нам пока не надо. Вот так, ребята, пятая база. Давайте завершить. Ставим пятую базу. Ой, как хорошо. Сейчас мы будем подземки просто пролетать. Так, давайте вот так сделаем. Улучшить. Завершить. Немножко подкачаем для того, чтобы у героев было больше защиты. Вот у нас появился новый титул. Теперь мы будем получать плюс 2 самоцвета и плюс 50 значков почета. Ну и так неплохо. Так, есть. Давайте всех уже подгоним сразу. Чтобы потом уже не возвращаться. Таблетки тоже нужно качать, так как они увеличивают защиту ваших героев на прохождение локации. И, соответственно, у вас возрастает шанс пройти ту или иную локацию без особых потерь. Так, есть третий. Завершить. Так, у нас пока гуляет один строитель. Так. Мы, в принципе, можем. Видите, у нас дают. Раньше это было проблемно. Сейчас у нас дают кулачки. Молоточки, точнее, не кулачки. Которые нам дают возможность быстро завершать постройки. Так, тут мы сделаем больше маны. Ману тоже нужно подгонять. Потому что, когда мы будем качать просветы, нам нужно будет очень много маны. Так, ну что,
59. Давайте поставим еще одного героя. Так, возьмем с собой душегуба. Тоже сейчас его прокачаем на 40-й. Так, есть. Поставим ему питомца. Из питомца возьмем ангела, который у нас будет по чуть-чуть подхиливать в бою. Так, есть. С этим мы разобрались. Давайте еще построим второе хранилище маны. И пойдем покорять подземки. Так, что у нас тут открылось? Так, берем эту и вот эту магию с собой в бой. Ну что, побежали отрешивать. Давайте попробуем пройти волну Б. Думаю, у нас герои уже подкачаны под эту волну. Посмотрим, что нам получится выжить. Как видите, Феникс очень хорошо справляется с массовым уроном. Главное, чтобы правда герой бил. Так, злобная бочка. Есть, первая волна пройдена. Плюс 750. Давайте вторую. Затащили. По привычке я уже привык, что у меня герои с автопроком и с воодушевлением, а тут не тут-то было. Так, волна Б пройдена. Есть, хорошо. Идем. Так, у нас тут обучение. За волну нам дают еще дополнительно. Идем пробовать проходить вторую линейку подземок. Думаю, у нас тут проблем не будет. Мы тут уже подкачались немножко. Так, есть, первую прошли. Ой, как хорошо идем. Да, интересный состав. Без Минотавра, конечно, не то, но зато интересно. Так, есть. Можно смело их выпускать. 5 героев, все-таки плюс питомцы. Конечно, нам не хватает тут слоника. Надеюсь, мы его очень скоро получим. Он тоже нам будет очень помогать, особенно от стана.
Так, и сколько у нас уже в сумме? 57. Давайте нафармим золото и попробуем пооткрывать следующий уровень. Так, что у нас тут? Ой, сейчас нас тут просто раздадут. Так, магия. Магия нас не спасла. Вот, видите, тоже с таким же составом. Ну, давай, душегуб, тащи. Стенка на стенку. Первая кровь. У кого? Красавчики. Затащили. Да, как видите, гарпия душегуб по чуть-чуть сносит здание дополнительно. Так, есть. Заходим в алтарь. Улучшаем нашего друида. Так, нам надо очень много золота. А его у нас, к сожалению, нет. Так, еще яйцо. Еще значки почета у нас. Что у нас по ресурсам? Ну, в принципе, нам хватит, чтобы открыть всех героев, перевести и продолжить дальше прохождение подземок. Так, попробуем отсюда напасть. Ой, тут уже 72 уровень. Ничего себе, жесткий тип. Сейчас чувствую, он нас просто ушатает. Вот видите, как фараон хорошо справляется. Ух ты. Вот так вот бах и все. И фараона нет. Но зато фараон его два раза ввел в стан, благодаря чему у меня выжили остальные герои. В принципе, они должны справиться, я думаю. Они с питомцами. Да, конечно, золото фармить одно веселье будет без нормальных прокачанных героев, пока будет, конечно, трешачок, но ничего не поделаешь. Так, на следующую звезду будем переводить гарпию. Что у нас тут? А у нас тут нужны, а у нас нет. Да, карта смены таланта. Ну что, попробуем удачу. Бэм! Е-бэйби! Вот так вот, ребята, везет. Просто тупо везет. Это очень хорошая новость, что у нас появился Купидон. Офигеть. Вот это так прет. Хорош. Третий день у нас уже есть Купидон. И сейчас мы будем с вами его ставить на подземочки. И будем в первую очередь гнать Купидона.
Так, поставим мы его место. Придется пока временно исключить. Так, мы его не открыли. Открываем карту кубчика. Супер. Спасибо, рандомчик. Я очень ожидал купидончика здесь. Так. И с замедлением. Тоже неплохо. Улучшить. 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 Будем постепенно ему поднимать его умение, так как он нам нужен для бафа. Ну, мы уже 4000 силы накачали, ничего себе. Мы жесткие, быстро растем. Да, две легенды, одна повторочка и неожиданно купидончик, еще бы сюда тыковку. Вообще было бы супер. Так, ну что, побежали, пока будем фармить золото, чтобы всех перевести на следующую звезду, и пойдем дальше в подземке. Ой, тут ведьма, тут Дрейк. Этих нам не осилить пока. Так, что тут 60-е. Ну, давайте пробнем, если что, выйдем. Надо было немножко их не так всех выпустить. Ну ладно, купидончик, давай. Хорош, хорош, хорош. Давай, 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 давай. Не дайте деду ударить. Ай-яй-яй. Живи, 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 живи. Есть. Красавчики. 3-4. Затащили. Так, следующий у нас будет улучшен. Бог Рома. Идем дальше. Вот у нас они уже восстановились все. Так, тут золота маловато. Влад Дракула 80-й. Нет, жестко-жестко для меня пока. Это не мой Дэвин. Одержимый. Маловато что-то золота. Хотелось бы побольше. Вот. Вот, вот тут нормально фармить золото. Вот это мне нравится. Сразу сейчас еще плюс 2 героя прокачаем на следующую звезду. Да, купидончик, блин. Очень повезло. Еще тыковку сюда и будем просто нагибать. Сервак. Но это не точно. И не сейчас. Так. Есть. Хорошо, смотрим, кого еще. Так, вторая, третья. Улучшаем душегуба. И улучшаем нового купидона. Есть. Все, побежали на подземочки. Будем закрывать обычную подземку 2. Вот таким составом сейчас мы будем. Думаю, тут быстренько все фармить.
Самое главное, чтобы купидончик зарядился и раздал энергию. Плюс увеличил атаку. Так, есть. Побежали дальше. У Гарпии хороший урон вылетает по героям вражеским. Так, есть. Ну, тут уже посильнее герои, смотрю, начали попадаться. 46 уровень. Но это их все равно не спасет. Да, благодаря питомцам, конечно, прохождение подземок настолько легче стало. Иметь пару танков, которые сможет держать удары, можно себе просто в сторонке стоять, не напрягаться. Так, есть. Давайте элитные. 54 уровни. Ну, увы, ничего не сделаете. Так, элитные есть. Побежали дальше. Ну, уже 42-е некоторые. Дальше, конечно, у нас будет проблема. Это значки почета. Придется кого-то гнать на вторую эволюцию. Говорю, на вторую, на первую. До 200 уровня и продавать потом книги. Так, есть. Побежали дальше. Ай-яй-яй. Держись. Да, уже больно бьют, я вам скажу. Надо аккуратнее забегать. Так, пройдено. Ну, давайте попробуем элитную затащить. Так, начнем мы. Давайте начнем с гарпии, так как она дальник. Ой-ой-ой. Больно бьет. Но я надеюсь, к тому, как мы дойдем до следующих героев, мы их убьем. Хорошо, бог Рома справляется со своей задачей, конечно. Так, 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 есть. Разрядите его. Хорошо. Шамана. О, красавчики. Без проблем. Побежали дальше. Да, тут уже герой под 60-й левел. Так, есть. Тут мы пропустили подземочку.
Ой, как хорошо, быстренько зачищают. Почти финишная прямая. Так, тут самое главное не по центру зайти, потому что они все вместе сольют. Так, есть, хорош. Ой, хорошо. Прошли. Предпоследняя подземочка. Ну, думаю, тут проблем не будет. Ой, а тут уже тоже есть. А, это моя гарпия, я уже испугался, что вражеская гарпия сейчас будет нам обратки кидать. Так, убили палача. Молодцы. Ну, вот так вот. И последняя подземочка. Обычное подземелье 2. Да, хоть тут и герои стоят уровнем повыше, конечно, у меня по прокачке героя намного лучше. Ну и, конечно, питомцы решают очень многое. Так, есть. Забираем награду. Ну, 48 кг, значки почета. Так, что тут у нас за награды за этот, ну, неплохо, неплохо. Так, есть. Давайте на подземочках тоже попропускаем. Подкачаемся немножко. Так, когда там у нас следующий будет титул? 7500. Да, есть еще что идти. Так, что у нас улучшилось? У нас улучшилось здание магии. Качаем его дальше, даже покачаем за кулачки. Вот у нас открылся уже ангел, это очень хорошо. Так, и ярость. Ой, самоцветы потратил по привычке. Так, будем качать ангела. 190 000, где ж вам я их столько найду? Ну, вообще уже. Вообще. Ладненько, пока там магия качается, попропускаем еще подземочки. А, мы их уже попропускали. Втыкаю, втыкаю, ребят. Тут все у нас закрыто. Получаем кулачки. Смотрим, что там у нас на складе есть. А тут пусто. Так. 14 часов. Ну, давайте будем ускорять как-то этот процесс. Зачем нам... Так, улучшить. Так, теперь нам нужно улучшать. Видите, как все взаимосвязано. Хранилище золота.
Так, что тут у нас еще есть? Шахты для добычи. Еще один ларечек. Лагерь, точнее. Так, что у нас тут открылось? Еще добавили нам книг немножко. Все, с первого мы все возможные награды забрали. Так, тут еще есть неплохие. Тут мы уже частично позабирали. Вот такой вот у нас был день, то ли ночь, у меня уже ночь. Пришлось пофармить ночью все-таки. Получили две легенды, получили плюс две таблетки. Ну, это уже очень круто. Прошли очередную волну. Также затащили очередную линейку подземок. Ну, в принципе, на сегодня мы свой план выполнили. Завтра, я надеюсь, будет еще повеселей, и мы получим скоро тыковку. Я очень ее хочу на этот аккаунт. Все, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, лайкайте. Всем пока.